17 июля 1975-го. Клатч Никсон, величайший каскадер во Вселенной, примеряет новый костюм «Крыло», сделанный из шкур его любимых мертвых питомцев. Будучи в полном рассвете сил и духа, имея за плечами годы трезвости и несметные богатства, Клатч Никсон срывается с горы и пропадает навсегда. Месяцы поисков не привели к находке тела, поэтому он был объявлен мертвым. Каждый год сотни его фанатов приходят на то же место, чтобы броситься с обрыва в знак уважения к своему герою. Бог в помощь, Клатч Никсон. Любимый ты наш засранец. Бог в помощь.